Конечно, мы уже рассказывали о необычных товарах, которые продаются на Алиэкспресс. Но каждый раз производители не устают удивлять нас новыми упоротыми изобретениями, разрывающими всякие шаблоны. Добро пожаловать на Tellblog.net! И это 10 упоротых товаров, найденных на Алиэкспресс, часть 2! Кто резал пиццу, тот знает, что не такая это и простая задача, особенно если вы не имеете в этом деле достаточно опыта. Тесто прорезается неравномерно, сыр предательски тянется, а порция может попросту рассыпаться по пути на тарелку. Одна из китайских компаний предложила решить эту проблему с помощью ножниц. Причем она выпустила не просто ножницы, а целый агрегат, с помощью которого можно и порезать пиццу, и разложить порции. По словам создателей чудо-ножниц, теперь о проблемах с нарезкой можно забыть навсегда. Хотя, судя по рекламному ролику, складывается впечатление, что с ножницами проблемы только начинаются. Главная фишка этого вентилятора в том, что он не только освежит вас в жаркий день, но и немного развлечет, выводя на вращающиеся лопасти абсолютно любой текст. Вы просто заходите в программу и пишете одно или несколько слов, какие пожелаете, а дальше подключаете вентилятор к компу и любуетесь своим творчеством в виде светящихся букв. Вентилятор может отображать также и время, то есть работать как часы, но с пропеллером вместо циферблата. А как насчет подушки бревна? По конструкции это обычная подушка валик, но главная ее особенность в оболочке, а вернее в технологии, с помощью которой на нее наносится изображение. Благодаря потрясающей реалистичности такую подушку почти невозможно отличить от настоящего бревна уже с нескольких метров. Производитель предлагает несколько видов изображений, имитирующих не только различные виды древесины, но и дефекты вроде трещин и сколов. Еще одна превосходная возможность ощутить слияние с природой, травотапки, подошвы которых выполняются в виде кусков газона. В качестве травинок используется синтетический материал, но он настолько реалистичен, что на первый взгляд его трудно отличить от настоящей растительности. Причем такое покрытие используется не просто для прикола, но и выполняет вполне понятную функцию, массажируя ваши подошвы. Мало кто любит с утра идти на работу или в школу, поэтому будильник — один из самых ненавистных нами гаджетов в доме. Но теперь у вас есть возможность просыпаться с удовольствием. А все благодаря часам, которые не только показывают время и имеют функцию будильника, но и способны добавить немного романтики в наши семейные отношения. На экране часов можно писать различные пожелания любимому человеку, рисовать мимимишные картинки, ну или оставлять напоминания вроде «Вынеси, наконец, мусор!». Надпись может подсвечиваться различными цветами, и выглядит все это очень стильно. Кстати, ребят, вам повезло! Эти и другие товары можно будет купить просто с мега-скидками. Цены на Алиэкспресс сойдут с ума. Тысячи товаров со скидками. Повышенный кэшбэк – призы на 1 000 000 рублей. Только 11 ноября и только на Leti Shops. Спеши зарегистрироваться. Ссылка в описании. Продолжим. Про подобную штуку мы однажды рассказывали в нашем топе рогаток своими руками. Но кто бы мог подумать, что такой девайс можно запросто купить на Али. Тем более, что самодельные версии этой игрушки редко оказываются действительно рабочими. Резинка-стрелы – прикольное и безопасное оружие, которым можно удивить друзей и вместе подурачиться дома. Или прям в школе. Такая пушка содержит в обойме 63 резинки и пуляет на несколько метров со скоростью 10 выстрелов в секунду. А чтобы перезарядить игрушку, потребуется всего пару минут. Если вы часто забываете пароли от сайтов, ключи от машины, или вам просто лень каждый раз искать нужные настройки в смартфоне, тогда это компактное и умное устройство для вас. Смарт-кольцо сделано из титана и снабжено специальными чипами. Благодаря им с кольца вы можете управлять любимым гаджетом, хранить на нем пароли, электронные письма или номера телефонов. Прям технология будущего, я бы сказал. Следующий наш товар – это электронные ушки, которые реагируют на наше настроение. Они могут слегка вращаться, когда вы оживлены, опускаться, когда хозяин чем-то расстроен. В общем, с ними вы слегка уподобляетесь собачке или котику. Выглядит мило. Настроение владельца определяется с помощью специального датчика, закрепленного на лбу и передающего сигналы на механизмы. Производитель Aquacell утверждает, что изобрел практически вечный источник питания. Батарейки, которые он продает по цене $5, можно подзаряжать, просто поместив в посудину с водой. Может быть, у таких аккумуляторов и большое будущее, но пока тесты показывают, что их мощность оставляет желать лучшего. Батарейки потянут пульт, часы, но с более-менее сложными механизмами совершенно не справляются. Ну и ладно, зато стоит только продемонстрировать такое чудо своим друзьям, как они тут же все раскроют рты от удивления.
Ну а это изобретение – настоящая революция в мире гаджетов. Только представьте, монитором теперь может служить ваша рука. То есть вам больше не надо зимой лезть в карман за смартфоном, бояться, что утопите его в ванной и так далее. Вы просто одеваете браслет, который выводит изображение на вашу руку, и спокойно переписываетесь в сети с друзьями или смотрите, например, Телблог, пока смартфон спокойно лежит у вас в кармане. Такие дела. Ну что, вас впечатлили эти вещицы? Пиши об этом в комментариях, если видео соберет много лайков, мы сделаем очередную серию упоротых товаров. Также не забывай подписываться на наш канал и следить за новыми видео. А пока предлагаем посмотреть наши предыдущие сюжеты о товарах с Али.